Естественно, что в нашей школе Homo Futurus, человек будущего, мы, конечно, помогаем всем, у кого есть стресс, проводим регулярно там раз в месяц или два раза в месяц особый мини-онлайн-курс или вебинар, где даем новые приемы для того, чтобы регулировать своим собственным состоянием. Но при этом, конечно, доминанта у нас, и сейчас мы актуализируем эту доминанту в направлении творческих возможностей человека, раскрытия своих творческих качеств, использования энергии высоких напряжений, пиков стресса в собственных целях. Вот это называется у нас осознанность или ключ к осознанности на пике напряжения, чтобы даже там, где человек теряет вообще ориентацию, теряет уверенность в себе, чтобы он это мог использовать себе во благо. И, например, сказать себе в этот момент: сегодня я сделаю изобретение. И вечером у него появляется вдохновение. Он делает изобретение или еще что-то решает, какой-то шедевр создает и прочее. В этом направлении мы сейчас будем актуализировать нашу школу. Чтобы к нам приходили туда не только больные с паниками и со страхами, не только с психосоматикой, чтобы получить там эту методику, но и для того, чтобы развиваться, потому что тот, кто созидает, тот не разрушает. Поэтому надо научить людей не только управлять своим состоянием, но и быть наиболее творческими. И вот тогда они будут наиболее здоровыми.